Рейд «Встречная полоса» — совместное мероприятие ГИБДД Карелии и УПРДОР КОЛА. Такие акции нужны, чтобы сократить количество ДТП на трассах республики, связанные с выездом на полосу встречного движения. Сегодня вы увидите, как сотрудники госавтоинспекции осуществляют контроль и надзор за дорожным движением при использовании автомобиля в стандартном исполнении, без светографических схем, нанесенных на кузов автомобиля, и проблесковых маяков. И мы увидели. Схема простая, но изящная. Два экипажа работают в паре. У одного неприметная машина без опознавательных знаков, на которой они курсируют по маршруту и снимают происходящее вокруг. А вторая двойка дожидается сигнала о нарушителях у обочины дальше по маршруту и останавливает счастливчиков. Кстати, вот целое нарушение у нас с Volkswagen Passat Универсал с багажником наверху. Они нарушили правила обгона, а именно совершили маневр обгона на прерывистой, но не успели его закончить и закончили уже за знаком 3.20 «Обгон запрещен». Это считается уже нарушение административное по статье 12.15. Такие фривольности в соблюдении ПДД грозят водителю Volkswagen либо 5000 штрафа, либо вовсе лишением прав, в зависимости от того, как он вел себя на дороге в прошлом. Ну и это не самая большая цена. Всего за этот год в Карелии из-за нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу погибли 28 человек. Алексей Неживенок, Александр Борисов, служба новостей.